Это луки. Не знаю, как называются, но красивые. Вот лук белый. Маунт Эверест. Вот опять такие же луки круглые. А вот это уже покрупнее. Луки Суворова. Вот самый крупный. Очень прилично. А вот это вот только что 1,5 метра рост, а головки они меньше, чем у самого крупного, который 10 сантиметров в диаметре. Это шнит-лук. Лук кротавский. Цветонос не больше, наверное, 20 сантиметров. Вот один вариант. И вот другой вариант. Но листья более-менее декоративны, хотя тоже сохнут. Лук Молли. Вот в лучшей своей стадии развития зонтик. Стал большой. Ну, тоже 30 сантиметров. Вот это лук Шуберта. Он наверняка размером с голову взрослого человека. Даже не ребенка. Вот рука моя. Красивый. Ну, 10 сантиметров он не больше 50 в высоту. Две штучки. Вот здесь случайно оказался лук голубой. И как раз он круглой головки. Нормально, полноценно 3 штуки цветет. Лук круглоголовчатый, сфероцефалон. Лук голубой. Но тут он не очень хорошо сформированный соцветие. Потому что тут поздно посажен. И вот еще раз лук Островского. 10 сантиметров высотой. Победный или медвежий. Вот зацвел лучок. Или черемша, но это, конечно, у черемши 2 листа, у этого лука 3.